мои финансы, 898 бонусов на фрактальном счете. Что мы делаем? Магазин золота. На эти деньги у нас получается купить 20 грамм. Да, 20 грамм. Кладем в корзину. Оформим заказ. В нашей корзине, соответственно, один свиток 20 грамм. Да? Делаем скриншот. Так, оплату оформляем с внутреннего счета за бонусы. Вот, слиток 20 грамм помещен в хранилище. Покупка 814 евро 20 центов. Детали здесь. Вот мы купили слиток 20 грамм. Есть разница цена покупки, цена продажи. Это маржа, прибыль магазина. Вот это наша чистая прибыль 658 евро. Теперь оформляем продажу обратно в интернет-магазин. Ставим сюда слиток и оформить продажу. Продать. Окей. Вот, мы продали обратно в интернет-магазин заработанное бонусное золото. У нас здесь есть справа распечатать чек. Это если отчитаться, да, надо налоговый, чтобы было лучше сохранить. Это наша чистая прибыль. Вот, пожалуйста, евросчет, на который мы получили с продажи слитка, который можем выводить и использовать в личных целях. Это наш заработок.